видеть вас в нашем зале. Предлагаем вам ближе сесть сюда, чтобы было уютнее общаться с нашими исполнителями. Кому удобно, прошу вас. И не забудьте, пожалуйста, выключить мобильные телефоны. Сегодня у нас вторая встреча в рамках второго абонемента, которая называется «От классики до джаза». Сегодня у нас джазовый концерт. Прекрасное трио Жени Гимбра из Финляндии. Мы приглашаем на сцену и Марину Витковскую. Я ей передаю слово. Она несколько слов скажет о сегодняшней встрече. Thank you.
композитором, которого, в общем-то, никто по-настоящему не знает в России. Звали его Владимир Александрович Дукельский. И на самом деле он заканчивал консерваторию в России у Гриньера, но потом эмигрировал и стал известным джазовым композитором, композитором, который писал для мюзиклов, и все его знают как Вернон Дюк. Кстати, он написал «April in Paris», множество разных композиций. А вот сейчас мы сыграем пьесу, которая называется «I can't get started», «Я не могу начать».